Всем привет! Мы находимся в квартире в новостройке. Электрику, в принципе, и по прошлому видео видно, мы закончили. Здесь осталось только ее закрыть. Заделали вот здесь все. Нужно посмотреть. И обработали стену бетон-контактом. Сегодня мы ее будем штукатурить. Хочу вам показать, как я это делаю. Штукатурка очень хорошо держится. Для этой штукатурки нам понадобится клей и сетка. Для начала мы нанесем клей. Покупали мы клей, как вы помните с последнего видео, самый-самый дешевый. Он нужен для хорошего сцепления между кирпичом и штукатуркой. Мы замесили клей, теперь мы закидываем на стену. Вот. Можно было, конечно, закидывать его не кельмой, а ковшиком, но так как у нас небольшой объем, вот, мы закидываем обычной кельмой. Сейчас мы закидаем быстренько клей. У нас уже заготовлена сетка по размерам. Мы покажем, как мы ее сейчас положим. И зубчатым вот таким мы ее загладим, чтобы остались зубчики. Ну все, сейчас покажем. Ну вот, стеночку мы закидали. Сейчас покажем, как дальше. Теперь мы эту сетку втапливаем в раствор. Вот так вот. То есть приглаживаем, приглаживаем, чтобы она просто покрылась этим клеем. Вся была замазана. Вот мы закидали стенку. Туда уже мы вложили, как, не знаю, как правильно сказать, армирующую сетку. Вот, сейчас мы ее так как бы приглаживаем, замазываем. Теперь берем зубчатый шпатель и проводим такие дорожки, делаем. Вот так оно будет получаться по всей стене. Ему нужно высохнуть. Оно высохнет, потом мы поставим на эту стену маячки, вот, и заштукатурим. Ну, стену мы доделываем. Теперь будем ждать, пока она высохнет. Вот мы сегодня пришли опять в квартиру. Получается, у нас наша сетка, которую мы затянули, она высохла. Мы поставили сейчас маяки. Ну, будем штукатурить. Так вот. Сейчас мы замешиваем и будем штукатурить. Так мы потихонечку закидываем по маякам вот нашу стенку. Кидаем. Мы продолжаем делать стену. Тоже бок, эта стена. Закинули, остались только немножко там вверх дотянуть, вниз. Как мы делаем, продолжаем выравнивать. Не
хватило у нас просто еще мешка. Ну, технология, в принципе, понятна. Ничего сложного нету. Накидали, хотите руками, хотите шпателем, как угодно. Сетку сначала затянули, вот она высохла, проглядываем. Потом штукатурку кидаем и выравниваем. Вот так у нас получается ровненько, аккуратненько. Вот. Потом вот эти мы вынем. И заделаем вот так все ровненько, все аккуратненько. Ничего сложного. Пару раз так можно попробовать, наловчиться. И все. И где-то даже можно так себе комнатку отштукатурить. Так что всем спасибо, может кому-то это видео пригодится, такой небольшой мастер-класс вот от нас, как мы делали свою дачу, штукатурили, ну и также в квартире мы продолжаем тоже так же штукатурить по той же методике. Так что всем пока со стройки нашей.